Спонсор ролика – интернет-магазин лицензионных ключей steampay.com. Ключи для Steam и Origin по самым лучшим ценам. Ссылка в описании. Эй, Корни, спасибо, что сегодня принесла мне обед, это было очень мило. Я не приносила тебе обед. Обед Корни не есть. Да, неплохо. Боже, у тебя что-то мерзкое в зубах. Правда? Я поговорил где-то с 13 людьми после обеда, никто ничего не сказал. Почему просто нельзя быть честными со мной? Ты хочешь, чтобы я была честной с тобой? Да, Корни, я был бы рад, если бы ты была честной со мной. Окей, чудно. Ты странно ешь, ты пахнешь как клетка для хомяков, и все знают, что у тебя накладная задница. Ладно, это было немного жестче, чем я ожидал. Эй, чем занят? Шейн попросил нас быть честными с ним. Ты можешь не быть, это не круто. С чего бы начать? Мы не пошли на твой день рождения, потому что ты отстой. Ты выглядишь как большой палец. Я одна из тех, кто насрал на твою тачку. Вау, это было так круто. А, Микки, я чука. Можно быть честным с Шейном? Пожалуйста, не надо. А йо, твоя кожа слишком мягкая, ты одеваешься, будто у тебя нету хобби, если быть до конца честным. Иди сюда. Мое настоящее имя Кики Дуду. Йо, мы наконец говорим правду? Да! Нет! Окей, это Дрейк устроил то тройное убийство на дороге. Да мы знаем! Да, это все знают. Ладно, а это вы знаете? Солнце плоское, а луна сделана из картона. У меня не переносилось лактозы, но до сих пор пью молоко. О, нет. Я видел убийство, но ничего не сделал. Я случайно сбила уличного кота и просто уехала. Птицы, на самом деле небесные рыбы. Бог, это женщина, Великий каньон, вагина земли. Мой любимый фильм «Судная ночь». Тиндер вообще не забавная игра. Майкл Джексон черный. Ваша наука? Полный отстой. А я ела дерьмо. Я видела убийство, но ничего не сделала. Кенни Вест на самом деле из виртуальной реальности. Соус Ранч на самом деле называется Святой Ранчо. Иногда я думаю, что людям стоит начать поклоняться пчелам. Кисло-сладком есть только сладость. Я видела убийство, но ничего не сделала. Я скучаю по старому Смош, где были только Йен и Энтони. Прекратите все! Вау, это зашло уже слишком далеко. Ну чё, с меня оно стало слишком странно. Уверен, что Оливия убийца, а Кортни ведьма, а Кит обосрался. Простите. Мы не умеем быть честными друг с другом. Нет. Да. Правда. Ради нашей дружбы, давайте вернемся к лжи друг к другу. Да, хорошо, ну... В таком случае, я люблю вас, ребят. Мы тебя тоже любим. Вы увидите труп. Постой, чё? Ставь лайк, если тоже скачаешь по старому Смош, где были только Йен и Энтони. Я снова Смош тоже хорош, тут тоже ставь лайк. И ставь лайк, пожалуйста. А перевела Лёна Патина, озвучил Виски. Ага. So, click one of those video boys. Have a good day. Bye.